показать Деркины игрушки, части его игрушки. И хотели похвастаться, как наша собака играет с игрушками. Вот мы сейчас покажем. Дер. Вот, смотрите. Это я вытаскиваю самые тоненькие. Тоненькие, в смысле, они сделаны из тоненькой резины совершенно. То есть они совершенно слабенькие. Тут вот, ну не знаю, вообще она мяконькая-мяконькая. Подожди, дырочка. Вот. Вот этим игрушкам, например, 2 года. И что я хочу сказать. При наших не очень слабых клыках на каждой игрушке, если присмотреться, нету даже ни одной дырочки от зубов. Вот так вот мы играем с игрушкой, да? Вера, покажи, как ты играешь. Иди сюда. Иди сюда. Куда ты пошел? Куда ты понес? Понес. Я, честно говоря, не знаю, почему это происходит. У меня есть своя теория, почему он так бережно обращается. Дело в том, что в природе, вот почему адекватные взрослые собаки никогда не трогают щенков. Потому что в природе это не принято. Они чувствуют щенков по статусу. И особенно если щенок пищит, то это сигнал того, что взрослая собака не должна его трогать. Мне кажется, что вот эти пищащие игрушки он тоже принимает своего рода за щенков. Поэтому он с ними обращается очень и очень бережно. Наверное, боится повредить. Ну, не знаю. Это всего лишь мое предположение. В любом случае, можно купить ему самую мягкую, самую простенькую игрушку, самую слабенькую. И вот, как видите, на ней не будет ни одной дырочки от зубов. Ну хорошо, но все равно, что он некоторые разрывает, вспомни утку, на части разрывает. Да, почему-то одна из игрушек у нас сразу же была разорвана за 20 минут. Наверное, потому что она не пищала, она крякала грубым голосом. Это опять же подтверждение моей теории. Пошли, покажешь еще, какие у него игрушки есть, расскажешь про них. Дера, пойдем. Ну, кстати, вот такие вещи он любит не очень. Они ему щекотят все на свете.
Хотя тоже играет с удовольствием. Дэр, сюда иди. Показывай, что еще. Вот это, пожалуй, самое. Иди сюда. Иди, иди скорей. Где твоя любимая игрушка? Вот это, пожалуй, самая любимая игрушка. Он очень любит эту свинью. Хотя она не пищит. Сюда неси! Сюда, мы же снимаемся. Куда ты тащил ее? Веронь! Ну. А вот, смотри. Видишь, как он, пищит? А где игрушка? Сейчас еще какую-нибудь. Это вообще не интересно. Кстати сказать, вот эта игрушка, это игрушка его, подарена ему где-то недели в две, когда ему было. И с ней он приехал от нашей заводчицы. Вот она до сих пор жива. Когда-то она тоже была любима, но сейчас немножко потерял интерес. Нет, вот эти вот все колесики, палочки, это что-то не то, да? Это совершенно не то. Мячики куда ни шло. Не то, когда прыгают. Нет, интерес не возникает. Вот любим пищащих всяких слоников, собачек и все остальное. Вот такой, и помельче причем, да? Да. Так, давай собирай все эти кучи. Да. Подожди, дай.